Мы встретились с Александром утром после его ночной смены в инфекционном госпитале. Этого молодого человека в городе знают. Перспективный медбрат из родильного дома. Он принес в Новоуральск победу в конкурсе профессионального мастерства среди медицинских сестер, медсанчастей системы ЗАТО. Он активный участник молодежных формирований. А с мая он работает в инфекционном госпитале с пациентами с коронавирусной инфекцией в так называемой «красной зоне». Александр, вы с мая работаете в госпитале в инфекционном госпитале для больных с коронавирусной инфекцией. А так вот вы работали медбратом, да, в роддоме. Что вот понудило вас пойти именно вот в красную зону работать? Ну, побудила, конечно, высокая зарплата, которую нам обещали, и нам ее платят 100%. А также желание помочь людям. Ну и для меня было это очень интересно, каково это пойти работать на пост с такой коронавирусной инфекцией. Что это за штука, как с ней бороться, увидеть, так сказать, врага лицом. Страшно было? Ну, конечно, первые заходы в красную зону, это было очень страшно для меня, потому что у нас так об этом всем говорится, что тяжелые инфекции и прочее. Но со временем, конечно, я привык, и вот к сегодняшнему дню я уже отработал 2 месяца. 2 месяца. Вообще, вот как вот костюм первый раз надели? Вот все говорят, насколько тяжело. Действительно тяжело работать в костюме еще в жару, ведь это самое, да, вот вы там работали? Да, конечно, безусловно, работать в жару очень тяжело в костюме и непривычно. В обычной больнице мы, если ходили там в масках, в перчатках, а тут полностью костюм, и он практически герметичен. То есть тело само по себе нагревается, не попить, не поесть. Ну, конечно, у нас есть перерывы каждые там 4-5 часов, где мы ходим, обедаем, завтракаем. Вы боитесь заразиться COVID-19? Ну, это такой абстрактный вопрос, который ответ дать я, к сожалению, не могу, потому что, ну, как воля случая придется. Заболею, так заболею, нет, так нет. Он рассказывает, как шутили первые пациенты госпиталя. В основном молодые люди от 30 до 40 с бессимптомными или легкими формами заболевания. Как не верили, что ковид существует и что он может нанести серьезный урон здоровью. Теперь в госпитале сплошь пациенты 65+. С тяжелыми формами коронавируса, с пневмониями, на кислороде и на ИВЛ. Теперь никому не смешно. В городе уже 12 летальных случаев. Каждую свою смену вы видите больных с диагнозом COVID-19. Мы знаем, что сейчас много тяжелых больных с пневмониями, да, которые в реанимационном, да, боксах, да, у вас там располагаются. Вообще, как вот это тяжело, вот это видеть, понимать, что... Ну, у нас, во-первых, работает реанимация, это очень хорошо. Они за очень тяжелыми пациентами следят сами. Ну, конечно, у нас и средней степени тяжести есть больные, и легкой. Смотришь на пациентов и думаешь, что ж вы дома-то сидели, самолечением занимались. А то есть таких много, которые не ехали? Есть люди, к сожалению, которые сидят дома, потом лечатся сами. И когда уже вот эта точка, которая приперла, наступает, они только тогда звонят и приезжают. А приезжают уже вот с пневмонией, ну, в тяжелом таком состоянии, грубо говоря. А в чем вот ваша работа заключается? Как вот? Я работаю на посту, то есть моя работа – это раздача препаратов, слежка за пациентами в палатах, боксов. Слежка – это как, чтобы не убежали? Ну, чтобы не убежали, это, конечно, грубо так сказать, ну, все двери закрыты, чтобы никто к ним не приходил, они не вышли. То есть и за состоянием пациента смотреть нужно, потому что есть и лежачие пациенты, и в памперсах, и кого кормить нужно. Что посоветуете пациентам, видя и тяжелых больных, и смерти, да, случается у нас уже достаточно большое количество. Что посоветуете всем людям, которые вот сейчас за периметром, за красной зоной, чтобы не попасть туда, что делать? Я посоветую людям все-таки меры предосторожности какие-то хоть соблюдать. Маски, перчатки в магазинах, соблюдать дистанцию. Я вот очень в магазинах вижу часто вот то, что люди ходят толпами на кассах. Это вот в последнее время вижу, что кассиры без масок не прибивают. А так вот на самом деле только себя беречь, держать дистанцию, мыть руки каждый раз после улицы. Ну и все, наверное, пока на этом самое простое. То есть меры-то достаточно простые, да? Да, самые простые меры. Маска, перчатки, моем руки. Ну, стараемся не контактировать с другими людьми.
Можно, конечно, сказать, что, мол, медикам хорошо доплачивают за работу с ковид-пациентами. Да, доплачивают. Но ведь без любви к своей профессии, без готовности самопожертвования, без желания помогать, никакие деньги не заставят работать просто в адских, а по-другому их сейчас не назовешь, условиях. В жару это постоянные угрозы теплового удара и обезвоживания. Это манипуляции с медицинской аппаратурой и процедуры в двух парах перчатках, когда осязание исключено из органов чувств. Это невозможность попить, поесть, совершить другие потребности организма вне специальных перерывов. А ночью такая работа продолжается и по 8-10 часов. Потому что, несмотря на доплаты, медиков не хватает. Не каждый выдержит такой ритм работы. Да и медики тоже люди, они тоже могут болеть. Александр, вы все равно относитесь к категории активной молодежи. Мы вас знаем, и программы мы записывали, и как медик вы очень активны. Вот на ваш взгляд, что движет вообще такой активной молодежи, ну и вас в том числе, чтобы делать что-то на благо города? В том числе и в работе, в том числе в профессиональной деятельности. Ну, двигает меня единственное. Я здесь остаюсь жить, и здесь мне самому строить свое будущее. И будут у меня также дети, а будет хорошо, когда все будет уже сделано. А сделано будет нами, молодыми людьми. В тот же вечер Александр отправился вновь на смену в красную зону. Оказывать помощь, лечить, помогать, встать на ноги, словом, вновь бороться за каждую жизнь, за каждого пациента. Хорошо все-таки, что есть такие преданные профессии люди. Сразу начинаешь думать, что коронавирус мы вскоре победим, что на страже нашего здоровья стоят профессионалы, и с нами ничего плохого не случится. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги.